Я покидаю СМОШ. Или так как это уже сегодня, то я уже покинул СМОШ. Боже. На самом деле размышлял на эту тему очень долгое время. И очень тяжело признать самому себе то, что это уже произошло. Я понимаю то, что многие из вас, может быть, расстроены или не понимают, что происходит. И я надеюсь, что я смогу вам объяснить, что я чувствую и как я себя чувствую. Может быть, это поможет вам понять немного ситуацию. СМОШ всегда был огромной частью моей жизни, сколько я себя вообще помню. Это все начиналось как просто сайт, смысл которого, чтобы я и мои друзья могли общаться после школы. И через несколько лет это превратилось в YouTube-канал, где Йен и я вместе выкладывали видео. Просто потому, что нам нравилось смешить друг друга. Я до сих пор помню нашу первую поездку в Лос-Анджелес. Кто-то пригласил нас в LA для какой-то бизнес-встречи. Мы тогда еще не понимали, что все это значит. И мы такие, лады, погнали! Мы запрыгнули в тачку. И нас ничего не волновало, потому что мы были лучшими друзьями и были друг у друга. И мы знали, что, что бы ни произошло, мы будем там вместе. Эти воспоминания, они причина того, как мне тяжело было признать, что все меняется. Я просто держался за эти воспоминания и надеялся, что однажды сможешь снова быть таким, каким мы его начали. До того, как сможешь стал брендом и его купила компания. И мне пришлось мириться с тем фактом, что сможешь, будучи частью компании, теперь отвергал мои креативные идеи, пропуская их через фильтр того, что теперь подходит к Смошу как бренду и то, что подходит компании. Я хочу снова почувствовать себя счастливым. Я хочу делать то, что заставит меня по утрам просыпаться счастливым. И сейчас для меня это то, что я решил себе вернуть, это творческая свобода. Делать то, что я хочу и когда я захочу. Идя дальше от того, что я создал подростком вместе со своим лучшим другом. Потому что это стало намного большим, чем я мог себе представить. Это пугает. Я никогда не делал что-то полностью свое. Я никогда не делал ничего без Йена и его участия. И чувства переполняют меня сейчас. Я напуган, но в то же время взволнован. Я очень взволнован, что снова смогу что-то делать, и это не будет пропускать через фильтр. Мне очень-очень грустно от того, что мне пришлось покинуть то, что я создал своим лучшим другом. Но я должен помнить то, что, понимаете, я покинул СМОШ, но я не покинул Йена. Мы все так же друзья, и он живет паре миль от меня, и вижу его постоянно. И я искренне и откровенно благодарен. Вы были вместе со мной и поддерживали меня. И главное, дали возможность много лет посвящать СМОШу всего себя. И я очень надеюсь, то, что вы поддержите меня на новом этапе моей жизни. Вы уже зашли на мой канал, так что как-то так, тут я буду часто выкладывать различные видео и надеюсь, то, что вы поддержите меня хотя бы немного. Ну что ж, я думаю, это все, что я хотел сейчас сказать. Спасибо вам. И мы скоро с вами увидимся на этом канале. Пока. Теперь мы будем переводить еще и Энтони, а перевела Алена Лопатина, озвучив Виски. Ага.